Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я покажу вам, как можно сплести вот такие кашпо для цветов. Эти кашпо можно использовать под любые цветы. Для этого нам необходимо взять обычный пластиковый горшок для цветов нужного вам диаметра. У меня это, кажется, номер 8. Чтобы не использовать постоянно что-то для груза, я залила горшок гипсом и сделала вот такую ручку для удобства. Плести мы будем из бумажных трубочек. Как их крутить и из чего, я расскажу вам уже в следующем видео, оно выйдет на днях. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Перед началом работы нам необходимо на 8 трубочках отметить середину. А теперь горячим клеем склеим вот такую звездочку. Затем берем рабочую трубочку, складываем ее, теперь уже не обязательно на середине, и будем оплетать нашу звездочку так, как показано на видео. Можно плести, прижимая к стулу, тогда немного проще плести поначалу. Проплетаем два ряда, а затем разделяем наши трубочки по одной и теперь будем оплетать каждую из них. У нас получается дно нашего кашпо.
нам необходимо сплести на один ряд больше, нежели диаметр дна горшка. Теперь поднимаем наши стоечки и будем оплетать наш горшок по кругу. Ими мы оплетаем наши образовавшиеся стоечки. Лицевую трубочку заводим за стоечку, а изнаночную перед стоечкой и меняем их местами. Так плетем до верха горшка. Стараемся соединять трубочки за стоечками, так будет плетение ровнее. Также нам необходимо подтягивать наше плетение, дабы не было пробелов. Надеюсь, я смогла вам объяснить принцип плетения. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я с радостью на них отвечу. Концы рабочих трубочек мы прячем за стоечки, а сами стоечки обрезаем ровно сплетением.
Поскольку я трубочки заранее не покрасила, я буду красить кашпо мурилкой красное дерево. Дорогие мои, у меня на канале есть видео, как легко покрасить трубочки. Я оставлю ссылку на него в описании в правом верхнем углу. Лучше плести уже покрашенными трубочками, потому что красить плетение займет больше времени, нежели было покрасить трубочки. Пока наши кашпо сохнут, я сплету косички для декора. Берем две трубочки, перекручиваем их и будем плести вот такую косичку из четырех рабочих трубочек, так как показано на видео. Вы можете сплести обычную косичку с трех трубочек, как раньше мы плели с ниток закладки в книге. Кто делал так, ставь лайк. Косичку я тоже покрашу такой же мурилкой. Наши кашпо высохли, теперь я их покрою панельным глянцевым лаком. Их можно покрыть клеем ПВА, разбавив его предварительно с водой 50 на 50. Оставляем сушить наши кашпо часов на 6-8 в теплом месте. Теперь приступим к декору. Здесь все зависит от вашей фантазии и вашего желания. Декор должен сочетаться с цветами, которые вы в него посадите. А кстати, можно сплести кашпо без дна для горшка с живыми цветами. Если вам интересно, ставь лайк этому видео и напиши в комментариях хэштег «Кашпо для живых цветов», и я сниму для вас мастер-класс.
Как сказала одна мудрая женщина, нет предела совершенству, но есть предел времени. Наши кашпо готовы. Возможно, они не идеальны, но мне нравится такой результат. А вам? Не забудьте поддержать это видео лайком и написать комментарий. Заранее благодарю. А мы увидимся очень скоро в следующем видео, где будем крутить трубочки. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока, мои дорогие.